картинку, нарисуй картинку, Тёма. Тёма, нарисуй снежного человека. Альпинист Лиза, скоро начнется шторм. Придется прервать наше восхождение. Наше что? Восхождение. Это значит, нам нельзя идти дальше. Нужно укрыться в палатке, чтобы переждать в ней шторм. Ты сможешь изобразить ветер, Лиза? Ладно. Ой, катастрофа! Палатку унесло ветром. Привет, Тёма! Привет, Лиза! Смотри, кто здесь, Лиза! Привет, друзья! А мы играем в альпинистов и взбираемся на самую высокую вершину в мире. Это Гималаи. Нет, Гималаи, Лиза. Как? Гималаи. Да, эту огромную гору трудно и выговорить, Лиза. И покорить. О! К тому же мы попали в сильнейший снежный шторм, Лиза. И никто не придет, чтобы спасти нас. Альпинист Лиза, не бойся! Я знаю, кто отлично умеет справляться со снегом и сможет нам помочь. Кто же это? Снежный человек. Снежный человек? А кто это такой? Это вымышленное существо, живущее высоко в горах. Иногда его называют йети или зимняя обезьяна. Зимняя обезьяна? Какое смешное имя! А я бы хотела быть снежной божьей коровкой! Лиза, ты здорово корчишь рожи, но совсем не похожа на снежного человека. Друзья, а хотите рисовать его вместе с нами? О, да! Рисовать его? Я начну с головы. Нарисую полукруг с двумя выпуклостями. Это уши. Затем нарисую руку вниз и вверх. Потом проведу прямую линию туловища. Ой, какое оно длинное! Теперь нарисую ногу. И вторую ногу, точно такую же. Какие коротенькие ножки! После этого я закончу рисовать туловище и нарисую вторую руку, такую же, как первую. Потом глазки и овальную морду. А где же нос? Вот здесь, черточка и две точки – это ноздри. А рот где? Здесь. А теперь нужно нарисовать ладони и ступни. Можно я? Можно я? Нарисуй пальцы. Пальцы на руках. И пальцы на ногах. Готово! Отлично! А теперь осталось его только... раскрасить! Привет! Я снежный человек Йети. Привет, привет! Мы играем в альпинистов, потерявшихся в горах. Ты можешь нам помочь? Поднялся ужасный шторм. Шторм? Ну это же понарошку. Просто игра. Игра? Тогда все в порядке. Представь, что это снежный шторм. Снежный шторм? Нет, помогите. Тёма, кажется, это вовсе не снежная обезьяна, а какой-то трусливый снежный зайчик. Рисовать снежного человека начните с головы. Сначала полукруг с двумя маленькими ушами. Затем нарисуйте руку. Линия вниз и линия вверх. Теперь длинная прямая линия. Это туловище. И две коротеньких ножки, похожие на ботинки. Затем дорисуйте туловище. И не забудьте про вторую руку, такую же, как и первая. На голове нарисуйте глазки и большую овальную мордочку. Изогнутая черточка и две точки – это нос. И еще одна черточка – это рот. На руках и ногах нарисуйте пальцы. Тьфу,
А теперь можете раскрасить его любым цветом. Привет, друзья! Я снежная леди. Вам нужна моя помощь? Да, мы попали в ужасный снежный шторм. Берегись! О, лавина! Ой, да что это с ней? Кажется, ей понравилась наша игра. Держитесь крепко, друзья. Я отнесу вас на высочайшую вершину Гималаев. Ура! Берегись, снежный шторм! А теперь вы нарисуйте снежного человека. Удачи, до встречи, друзья! До встречи, Тёма! До встречи, Лиза!